ладно, 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 хватит это. Блять, что я лагаю, походу, немного. Не знаю, возможно, переподрубаться придется. Возможно, не придется, не знаю. Здрасте, осциллограф. Ну, терпимо вроде бы. Ладно, сейчас я посмотрю спид-тест еще. Чё-то не то вроде. А вроде и то. Не, ну по спид-тесту вроде заебись. А, посмотрим. Ну, наверное, суть последний ран, я думаю, потому что там все близится к концу. Ну, если что, там еще компания за Аиду, которую тоже нужно пройти. Ну, наверное, она будет лучше, чем компания за Клер в двойке. И какой-то, ну, я подспойлерил себе немного, и какой-то еще там режим откроется за Аиду, вот который уже, наверное, не надо проходить, потому что это какой-то отстрел, что-то в этом роде. Ну, короче, забавно, что здесь, в принципе, есть еще дополнительная компания, хотя ее могло бы и не быть, я постоянно это говорю, во многих играх, кстати говоря, потому что сама по себе speedtest.ru, разумеется, самый лучший ресурс, потому что игра, кстати говоря, она длинная, с учетом того, что она простая на том уровне сложности, который у тебя доступен поначалу, а быстро проходится, то есть там никаких затыков нет, никакого бэктрекинга тоже нет, потому что не про это уже игра. И, грубо говоря, то есть она действительно объемная, ну, то есть очень большая. Все эти локации, кажется, что их мало, но они большие при этом. Это тоже удивляет немного, потому что, ну, я-то могу сравнивать с чем? С чем-то, с тем, что было вот недавно, с первой, со второй, с третьей Zero, они были супер купированы. Ну, то есть, не купированы, а супер короткие. А вот Zero, наверное, была супер купированная, потому что, ну, Zero пока что самая странная, ну, самая обмудочная часть из тех, что я играл. Какая-то самая ненужная, супер короткая, и вот там как раз-таки была обратная ситуация была. Там не было, то есть, сделано нихуя, она была абсолютно, грубо говоря, состояла из двух локаций, с пары экранов, условно говоря, и при этом, вот, да, прибегала к таким механикам, то есть, начиная от менеджмента инвентаря и заканчивая каким-то ебанутым, ненужным никому лан. Там не было бэктрекинга. Это я выдумал, но менеджмента и инвентаря, и механики управления спутником хватало с излишком, с избытком. Чтобы вот не играть, а хуйней заниматься разнообразной. Звука почему-то нет, а на самом деле должен был быть. А почему его нет? Здравствуйте, 228-й, божественный смайлы, Кратос мужчина. А что такое? А можно? Можно. Ага. Просто еще непонятно, было бы пиздато бы, если бы можно было, короче, когда откроется компания за Эйду, она откроется, можно было бы сменить дефолтный костюм ее, уебищный абсолютно. Может быть, там есть этот самый скин из второй части, нормальный? Но мне почему-то... Пам-пам-пам. Что-то подсказывает, что по дефолту там будет только вот это вот платье странное, открытое, как... Скипать можно, было уже, просто на катере приплыву. Как какой-то скин китайского Нового года. Не знаю, наверное, не надо разваливаться. Не настолько простая игра. Перестань. Сейчас распутаюсь. Самое главное, чтобы завода не было. Здесь какой-то новый фильм играет, кстати говоря, тоже прикольный. Ну, здесь будут какие-то здоровые, вот эти, ну, странные какие-то сомалийские пираты. Они, правда, странные, я не очень понимаю, почему они выглядят так. Ну, с учетом того, что, да, я-то сам не помню, но напоминали, что они подозрительно похожи на ребят из без пятой части. Но не в банданах, а пираты. Не знаю, какой ран, я не считал, кстати. Но я 20 часов прохожу. Пока что. Но эти 20 часов ощущаются как 5. Вот, потому что... Много потому что, вот много потому что. Но одно из этих потому что, это то, что очень просто. Вот. Как бы здесь все очень просто и... Может, я давно в какие-то экшен-игры не играл? Ну, то есть, меня настолько прикалывает, что я даже не замечаю времени. Но я как бы не только же... Во всякие таймкиллеры и кликеры играю, мало кто знает. Иногда я прям чувствую каждую секунду времени, которую я провел в той или иной игре. Здесь у меня полностью, то есть... Громко, мне громко.
Здесь я полностью не замечаю времени, при этом, ну, по-хорошему. Странно это. Здравствуйте, любящий поводин. Ну, я много раз про это говорил. Меня, вот, все это пиздеж ненужный, меня почему-то очень сильно прикалывает. Все. То есть на этом можно закончить. Что именно? Что-то. Это вот гранила, блядь, не надо меня трогать. Тихо. Смотри, вот. Ну это. Не-не-не, но это каска работяги. Здравствуйте, последнее утро. Это не пират. А вот это вот. А вот это вот похоже на пиратов. Похоже на пиратов. Я не очень знаю, как пиздить громилу, честно говоря. Но он простреливается, но патриков не то чтобы много уже было. Я напиздел патриков очень много, я. Невнимателен. Смотри, они с пушечками. Смотри, смотри, смотри. Там цепы и огнестрельное оружие. Просто удивительно, удивительно. Джиниондли, Джиниондли. А ты не видел, что ли, осциллограф? Кажется, очень важная игра. Нет, серьезно. Блять, что это прилетело? Что это было? Ну вы не можете сюда пролезть, я буду просто вот так стоять и дурачиться. Можете... Тихо. Блять, там здоровяк подошел. А что здоровяк-то здесь делает? Здравствуйте, Тимок. И здравствуйте, Тимок. Не надо здоровяку сюда идти, я считаю. Это не просчитано что-то, не калькулейтит. Здравствуй, Бадди. А что там за смайл? Какашка? А что тебе? А тебе. Ты мне это брось так говорить. Мне лично стримфест очень понравился. Я посмотрел у. Ни у кого не посмотрел, на самом деле. Посмотрел один клип и посмотрел у Джонни Лимонад, как Гитман играет в эту хуйню в котле. Вот. Прикольно было, кстати. Мне понравилось. Блять, может заново, а? Не надо заново. Я дай мне, ну, хочу по-нормальному просто сделать. Я хочу, блять, по-нормальному сделать, я тебе говорю. Ну что непонятного-то? Ну ты что, не видел бейджа? Там было написано, меня нет на стрим. Да не нужен им пока охранник, я узнавал. Предлагали только, короче, разнорабочего, но это не мой скилл уже. Нет уж. Ну, да нормально, чуваки. Может там что угодно говорить, но для меня, давайте так, для меня всякого рода конвенции вообще очень странное занятие, вот. И как бы если ты там собираешься, какие-то чуваки по интересам приходят, но, наверное, это прикольно, но... Как бы можно немножко поязвить, но язвить вовсе не хочется, это нормально. Здрасте, Чангу. Чё, там чё, какой-то мерчендайз есть? Бля, я не знаю, чей бы я мерч купил? Зулина. Зулин будет на стримфесте? Был у него бейджик? Научная конвенция, либо научно-фантастическая, потому что наука скучная, а научная фантастика — это идеал. Там роботы приходят, тут все вот это вот. Тема очень хорошая. Бля, чуваки, мне какая-то паракетница, я боюсь, нужна. Но он там, это вот этот вот, тра-та-та-та-та-та-та. Это хэви человечек вот этот вот большой. Знаешь, что я сделаю сейчас? Ты только не удивляйся, ладно? Я Асигрену под ноги хуйну. Вот видишь, как попал пиздата. Я заново все хочу пройти, и у меня не получается, я неправильно все сделал. Я хочу заново. Я хочу заново, просто потому что мне это нравится. Я хочу, чтобы это не кончалось никогда, но я это стараюсь скрывать.
Ну потому что я же, как кто я там, я же не должен говорить, что мне нравится эта часть, потому что здесь какой-то тупой экшен бесконечный. Я там должен придумывать всякое, что ли, всякие сплавы нравятся непонятные. Нравится, что эта игра абсолютно, то есть какая-то обособленно стоит от предыдущих, мало имеет, как это ни парадоксально, общего с предыдущими частями номерными. Насчет кода Вероники ничего не скажу. Поэтому надо придумывать всякую хуйню. Странные запивы, но ты, наверное, не слышишь, какая-то и музыка тоже пиратская играет. Как будто я говорю в Сомали. Эх! На-на! Блять, аниме... Конвенция, я думаю, что-то хорошее. Ладно, перестань, наверное, патроны жать или не перестань? Смотри, у меня сколько шакал патронов. Вот здесь вот спрячься. Новым пиратом. Знаю, знаю, этот трек очень хороший. Где? А что, где? Проверить. Поверхность вращается. Бля, крипово звучит. Мой фрегат, все. Повернуть, да или нет? Ну, смотря где, наверное, у нас... Ну, уже... Повернуть! Пиратский отыгрыш. Яр! Да конвент странный. Ну, просто тут как, понимаете? Надо об этом серьезно говорить. У меня в моей жизни не было человека, вот который бы мне нравился, неважно, это музыкант, медийная личность, блять, кто угодно, которого бы я хотел видеть, или с которым бы я хотел разговаривать, или у которого бы я хотел взять автограф. Ну ладно, у Гордона бы взял, и у Дацика. Вот я бы никому бы не хотел прийти абсолютно. Вот куда угодно, мне нахуй это не надо, потому что... Я ее и так видел. Много раз. Блять, вот ты меня убил. Не я себя убил. Я не буду хил травить по твоей вине. Я все заново сделаю. А можно уебать-то его, пока он в стазисе? Не знаю, как это назвать. Ладно, ладно, давай по-хуёвому все проходить, если ты не умеешь по-другому. Исследовать нажал. Вот смотри, смешал, использовал, видишь? Чувствую, хп много, В смысле, не искренен. Да я вроде всегда практически искренен. И въебало получить, да я не знаю. Потусоваться, может быть. Ну, то есть, вот, потусоваться с кем-то знакомым, я просто не очень понимаю. Но у меня был бы аттракцион такой, чтобы мне можно было поебальничку дать. Это хотя бы интересно, это не просто автограф. Типа, там нормальная тема. Но это, наверное, уже у бужемопсом залита ниша. Там бы всякий став лежал, травматы, бронежилеты... Все вот это вот. Выстрел в каску, удар в каску. Это весело. Это весело. Короче, нормальная тема, все. Но я посмотрел, да, очередь. Я... Не очень просто этого это понимаю. Тут самое главное, говорю, не скатываться в какой-то снобизм. И вот в это все, я в миллион раз это повторяю. Всегда. Но для меня, будучи взрослым мужиком, странно стоять за автографом какому-то другому мужику, который играет в компьютерные игры. Ну, блять, я этого никогда не пойму, наверное. И приезжать к нему. Я хочу заново все брать. Здравствуйте, Иси. А я слышал, вас в армию забирают, кстати. Я как обычно. Видимо, уже забрали, да? Так нет, тут как бы бадзи в смысле не искренне. Но я вот даже как правильно сказать. У меня это распространяется даже на какие-то музыкальные предпочтения мои. Ну то есть мне есть какие-то, у меня есть какие-то музыкальные коллективы, которые мне нравятся, которые я слушаю. Но мне не хочется ходить на их концерты. То есть я не хочу их слышать вживую, возможно, видеть даже. Ну то есть...
Тем более подходить, брать автограф у них, например. Ну, я не знаю почему. Наверное, просто не было в моей жизни такой медийной личности, которой бы я прямо готов был, который приехать куда-нибудь, куда? Куда-нибудь. Да, спасибо большое, Намар, спасибо, что выдал меня. Я только что распинался полчаса, что мне это не нужно. Но я пытаюсь сообразить, а вот, а что с автографом делать потом? Здрасте, Варк. Это что за хуйня, могу спросить? Я, может быть, кого-то поджечь могу этим лазером? А, дурачок, что ли? Ты мне это брось, ладно? Тра-та-та-та-та-та-та, ты на... не надо кричать на меня. Блять, можно пройду? Сейчас сделаю все. Не вставайте, не вставайте, я прошу. Да, наверное, есть, но... А вдруг ты разочаруешься? Как это сказать правильно? А, хуй его знает. Блять, ты пошел-ка нахуй отсюда, а? Ну все, это очень плохо. Не знаю, могу ли я его вообще столкнуть, они что-то окружили? Блять, ну уебищная механика, пиздец, я ему настреливаю прямо в голову. То есть, ну я все патроны потратил, ну заебись просто. Без какой-либо реакции, видимо. Здрасте, френд. Ну бля, Бадзи же не медийная личность. Точно не очень. Ну Бадзи, наверное, нормальный чувак. Но автограф бы я у него не взял. Да ладно, можно. Дашь мне автограф? Я пройду, ладно, я прошу прощения заранее. А, я не похилился между тем, да? Я, наверное, что-то там только скомбил. И даже не скомбил ничего. Вот где настреливают, не можешь мне сказать, я просто не понимаю. Но это опять-таки местное распространение звука абсолютно непонятное. Но я хочу их убить, потому что это залипательно. И с них утец падает. Я думаю тоже, что можно это как-то ускорить, все действие. Путем там вот прокручивания чего-то там, каких-то озеров, всего этого говна. Блять, там этот паразит ебаный, вот он тоже такой неприятный тип. Ай! Вот! Бля! Гвена, что ли? А у вас, что почерк есть, я вам показал свою подпись, но вы ее пойдете, я просто закорючка. Ну как бы, я писать-то не умею. Ну у вас там, наверное, как какая-то каллиграфическая подпись, да, с вензелями, вот это вот все, Бадзи. Чтоб красиво. Блять, было плохо, вот сейчас плохо. Как думаешь? Полностью? Полностью. Вам прелестно, теперь можно просто отстреливать. Обычно обошлось. Хорошо, хоть в тюрьму не посадили. Блять! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Всех не пересажаешь. Я не увидел, что у него голова бронированная.
На, блядь! На! Видишь, не такая и бронированная оказалась. Здрасте, хакует. По ошибке сделал. Да кто там что делает-то? Странный звук. Та, ша, ха, хья. А что вы делаете там? Суплекс. О, это хорошо, это хорошо. Но как-то двусмысленно немного звучит. Знакомый мой, наверное, я не знаю. Но какой-то здесь подвох мне мерещится. Не может он в движущуюся цель попасть. Наверняка не может, видишь, не может. Он забагался, по-моему, немножко, да? Ща-ща-ща. Просто все очень нужно сделать скиллово, и умело, и ловко. Здравствуйте, Смилч. А что такое? Так вам уже это все вы расшатываете лодку. Там пишут, что вам уже трассу Twitch переложил. Ну не трассу, вы поняли. Поменял трассу, нет? Или как-то? Ну в общем, поменял что-то вам. Сделали все заебись, ну что? Ну музыка боевая еще. Ой, вы не, ничего не пропускаете, Смелч, не переживайте. Успели только стримфест обсудить. И фаворитов наших. Ну чего? Ну музыка боевая, значит, враги есть. Ну там что-то вращать нужно. Ну, наверное, невозможно открыть. Ну ты даже не попробовал, потому что... Кажется, это окно с сенсором. Но нужно направить их вот в эти дырки, да? Магистраль проложили по Абырику подводную, и все. 30к рублей? Да-да-да, очень популярен. Я поэтому и не пошел. Потому что я кто я там? Затворник. Затворник. Все, ладно, чуваки, подняться, покрутить что-то. Здрасте, Абадонна. Хули он не растворяется? Просто спрашиваю. Сейчас, подожди, ну ты понимаешь, да, что у меня свободного обзора нет? И как бы с камерой очень сложно, нужно понять. Вот это, да, оно? Оно или не оно? Подняться, покрутить, да, вот лесенка. Это мне под силу казалось на мгновение. Все. Патрики. Поверхность вращается, вращать. Да, давайте. А как, вначале нужно луч направить. Окно, ну это же мое окно, на кому, на кого, на кому ему еще светить. Просто нужно, бля, это долго будет. Или недолго, или просто все, подожди, я сейчас попробую тот отражатель провернуть. Не, ничего не понял. Повернуть. А что не нравится ему? Не бьет в шишечку? Наверное, не бьет. Притом, вроде бы, в прошлый раз было два вот этих вот здоровяка. С чем они там? С гатлинганами, но... Не вижу второго. Повернуть! Ого!
И музыка успокоилась. Ну, прелесть. Терялся. Вот сюда она жна идти. Да-да? Да, блядь, ты издеваешься, что ли? Только что видел уже. Ну, камера, потому что такая. Не хватает хоть какого-то обзора. Она так странно фиксируется порой, но... Можно привыкнуть. О, блядь. Мое любимое. Третий ивент такой. Хорошо, что это не камень, который катится. Хорошо, что я был к этому готов практически. Но у меня есть, но я не думаю, что когда-нибудь буду в нее играть. Но я вот недавно еще посмотрел. И что-то все это еще пока что не тянет на шедевр. Подождать надо, пока станет точно уже безоговорочным шедевром. Но я, может, не понимаю, что-то, но пазлы выглядят уебищно. Из того, что я видел, это какие-то, блядь, постоянно квадраты цветастые, какие-то линии уродливые. Я понимаю, что там все про сюжет, наверное, но я бы лучше дождался нового Гримрока. Если не играть до конца. Здравствуй, Архикраб. Ну, я не знаю, может, она хорошая, правда. Но все-таки там чувак ее делал 4 миллиона лет, если кто-то не знает. Наверное. Ну или чуть поменьше. Вау. Отлетел. А там и конец еще есть. Ну то есть... Твист, да, какой-то? Ну вот, кстати, у меня вот есть. Скоро будет, я думаю. Я просто боюсь ее запускать, потому что боюсь, что придется до конца проходить. Пидорас, блядь! Не бей меня, ладно? Я то, что сказал, что ты пидорас, я не всерьез. Да травы залетают, в принципе, забей, не экономь. Не надо тебе это. Ну, про витнес, да, походу. Хорошо, Архикраб. Пухать это нормально. Когда-нибудь я тоже начну. Чуть-чуть подождать надо. Скорее бы. Что это такое? Опять? Ой, это... Занимательная археология, я полагаю. А я что-то должен сделать, чтобы получить этот сундук? Типа ты не можешь залезть, да? Потому что... Ну, а почему? Потому что нужен правильный пиксель. Здравствуйте, Абабонга. Я, скорее всего, не знаю, не уверен насчет пятого. Это же киска, нефритовая, возможно. Нефритовая киска в вашем дипломате. За рулем чего, простите? Пытаюсь вспомнить, когда я в последний раз за рулем был. И это, по-моему, были вот эти вот аттракционы с машинками, которые искрят. Йоу-ху. На что? Вы, блядь, вы так говорите, как будто я какой-то залихватский ведущий игровых трансляций, а остальные игры, типа, у меня супер пиздатые, а не какое-то инди-говно. Я готов. У меня в моем секретном полумарафоне было заявлено с первой по четвертую номерные, включая Зира. Так что пятый под большим вопросом, хотя теперь я уже его хочу пройти, но меня немножко смущает тот факт, что он кооперативный, а мне неудобно подстраивать время под кого-то, потому что я... Аутист? Ну это нужно будет Линксу или кому там писать. Давай, ты готов заходить? Подгадать время, чтобы я был типа на дневном режиме, он тоже... Да вот, все. Затворник. Да не, я не затворник. Корки 17 не запускается же. Акула бизнеса. 6 лет в эфире. Такие косые.
Ай! Прямо в шею, кстати, попало. А что ты стоишь-то, дурачок, что ли? А что такое? Он уворачивается, похоже. А что такое? Смотри. А, бронированная голова. Даже отдачи нет. Киев... А, не будет со мной играть, наверное. Ей не понравилось бы, я думаю. Мы вместе во что? Мы и так играли. Падает симулятор. Здорово было. Это ж прожекторы, они меня выпаливают. Здрасте, Mind Vortex. Что-то вы говорите, Бас очень хорошо играет. Вот мне лично скилл База очень нравится. А то, что он хуже меня играл в Cuphead, да не хуже меня играл. А то, что Бас в Cuphead сидел на драконе 5 часов, 4, да? Это ему не повезло просто. Ладно, мы это не обсуждаем. Мне сказали, что надо заморозить марафоны, потому что... Бля, я бы тоже прошел еще раз. Посмотрим, я не знаю. Cuphead. Вы мне можете, кстати, я сегодня спрашивал, мне не ответил никто. Вот это вот хуйня, короче, про мужика в котле. Может быть, кто-то осведомлен вопросом, почему ее ставят, почему ее форсят как какую-то боши, а действительно сложная, или это вот по сложности как какой-то Cuphead, или это просто орел какой-то сложности вокруг этой игры. Потому что я смотрел ее, смотрел, но какое-то обычное говно, как будто бы на флеше сделано, я припоминаю, вроде бы похожие вещи были на каком-то балансе. Я не понимаю, как она еще до сих пор, то есть она каким-то образом закрепилась, как какая-то уж, простите, как это назвать-то, хардкор-дисциплина. Типа вот ее подрубают, за сколько пройдешь, блять, не за сколько же говно играть, чем в нее играть. Так, антигеймер-френдли, управление для долбоебов, просто уебищное, да, похоже, блять, я бы вот ради этого игру сделал, чтобы вот ваши реплики были в звездах в таких. Антигеймер френдли. Управление для долбоебов. Просто уебищно, в скобках, да. Боши лучше. Извините. Просто это так прикольно звучит, я всегда все это визуализирую. Меня просто, я на нее смотрю, когда она вышла, и в нее типа начали все играть по непонятным мне причинам, а выглядит как кусок говна. Ну и как бы шуточки уровня С меня не очень впечатляют. Я просто пытался разгадать, что все начали играть-то в нее. Потому что кто-то поиграл? Или потому что что-то там есть, может быть, все-таки? Великий визуализатор. Ну, мне это та игра, на которой, то есть, больно смотреть, потому что... Ну, я видел, на самом деле, немного. Я такого Алены посмотрел, что там у кого-то пару минут. У меня начинает запястье болеть, вот, то есть, будто бы... Я представляю, как там нужно выкручивать все это. Сложно объяснить, короче, больно. Больно. Просто больно. Патрики сыпятся. Думаете, в Prey много смысла, не надо вам там. А чего ты встал-то? Ты дурачок, что ли? Я ж тебя вижу, смотри. Ну-ка танцуй. Ха, ха, ха. Ладно, патроны есть, можно и подурачиться, я полагаю. Бля, ладно, тоже буду играть. Но в ноги прикольно, у них, смотри, анимация. Его можно потом прогибом хуйнуть. Но он, нет, этих нельзя, они сразу же падают. Зануды. Всегда вот к этому не можешь подготовиться, понимаешь? Это как смерть маленькая.
ну вон там еще ходит мальчишка в шлеме. А я настолько увлечен был вот этим вот отстрелом, что не очень понимаю, куда мне идти-то. Я просто пройти должен был. Давай мы мальчишку убьем. А где мальчишка? Вот он. А чего он здесь делает? Смотри, сейчас его подловлю, потому что я умный очень. А, так он умер сразу же. Тиммейт бот даун. Получается, будет два бота дауна в игре. Это перебор, наверное, так не пройдется. Не, я знаю, что там будет бот, но... Но она все-таки, она... Серьезно об этом говорить нужно? Уже 100 раз серьезно про это говорили. Она все-таки задумывалась как кооператив экспириенс же. Да, посмотрел. Немножко. Мужика в котле посмотрел, у Жени лимонад, все. И автограф-сессию у Will of Games, мне очень понравилось. Везет же кому-то. Наверное, чувствуешь себя рок-звездой. Да? Эй! Ладно, нельзя их бить, просто похожи были. Че смотреть-то? Я ж не знаю, что смотреть. Вы у меня такие вопросы вечно? Такие вопросы мне задаете странные. Я только недавно узнал, что такое РКГ. И прочие вещи. Я ж не разбираюсь, я старый. Ну, я считаю, что это вполне нормально. Я, то есть, хуй знает. Я не всегда знаю, как себя вести. Видимо, блядь, что лагает, чуваки. А что лагает? Почему? Сейчас посмотрю, может кто-то пытается мой Wi-Fi украсть все-таки. Ой. Нет, никто не пытался. Да я вижу по ББС, что не хватает чего-то. Битрейта, трафик. Ладно, может быть починится, пускай пока что так будет. Там видно будет. Что? Так я плачу. На что мне намекать-то нужно? Бля, что-то не то. Что-то задыхаюсь прямо, как будто бы что-то выкачивается. Сейчас, подожди. Аниме-фест. Ну, вебка не лагает, я понимаю, но... Сейчас я посмотрю, просто, возможно, это твичевские сервера на самом деле. Даже, а не я. Посмотрю, сколько у меня исходящего. Очень много, чуваки, исходящего. Даже сосчитать его не могу. Больше 30 мегабит. Должно хватать всего. Здрасте, упала на пол. Да я что-то, у меня весь бродкастер красный, чуваки. Что, может быть, попробовать Францию? Ну давай, я попробую Францию.